Итоги работы исполнительной власти в Палихе члены правительства подвели на финальном совещании. Водоснабжение, строительство очистных сооружений, ремонт дорог. Настало время решать проблемы инфраструктуры, которые копились годами. В 2017-м из регионального дорожного фонда в муниципалитет поступит 15 миллионов рублей. 7 из них на ремонт дорог в самом поселке Палих. Обсуждается вопрос о передаче центральной улицы Палиха на баланс региона, поскольку это транзитная трасса в сторону Южи. Кроме того, в 2017-м будет реконструирован подъезд к деревне Ковшова. Стоимость работ на объекте составляет почти 7 миллионов рублей. Средства на реконструкцию подъезда Ковшова район уже выделялись в 2016 году, но не были использованы в связи с необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию. Однако, учитывая, что деревня Ковшова не имеет круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а рядом расположено сельхозхозяйственное предприятие, которое обеспечивает поставку молочной продукции как в розничную сеть Палицкого района, так и городов Шуи и Иваново, считаем решение предоставления субсидий в текущем году целесообразным.